Наш добрый любящий вас телеканал АТВ Михалыч, говорим о погоде на 9 августа. Всем, кто нас смотрит, только здоровья, здоровья и здоровья. По республике смещение фронта ночью по юго-западу, днем местами по южной половине дожди, местами сильные дожди, ливни, грозы, ветер северо-западный 6-11, местами при грозах до 20-24 метров в секунду. По северной половине республики сохранится жаркая с короткими грозовыми дождями погода. Температура воздуха: северные районы ночью плюс 11-17, по северо-востоку до плюс 7, а днем 24-29. Центральные районы: Иволгинский, Тарбагатайский, ночью 13-18, днем 25-30. Еще жарко, что радует. По южным районам: Кяхта-Джида, ночью 12-18, днем 20-25, местами 25-30. Наша любимая столица: ночью без осадков, днем дождь, гроза с порывистым ветром. Температура ночью плюс 15-17, днем 28-30. Атмосферное давление будет слабо падать, до 704 миллиметров ртутного столба. Поддержка, которой человек часто пользуется в жизни, это друзья, родные, близкие. Поэтому я с любовью отношусь и желаю своим родным, близким и друзьям всего самого лучшего. Это здоровья, удачи, и пускай все у вас получится.